Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать и рассказать о новом стартовом наборе коллекционной карточной игры «Берсерк Герои». Посмотрим, что у нас внутри коробки, сравним с ранее вышедшими стартовыми наборами. И первое, о чем я хотел сказать, мне очень понравилось само оформление стартовых наборов. То есть это белый фон, и на нем очень хорошо выделяется сам герой. Идея, на мой взгляд, просто замечательная. Так, начнем мы с распаковочки. И внутри у нас, как и с первыми наборами, идет один бустер, в который содержится 15 карт, одна тренировочная колода и колода непосредственно героя. А также у нас, ну, правила, пакетик для карт и два планшета с жетонами. Сама игра у нас, получается, не стоит на месте, учитывает пожелания игроков и ошибки прошлых серий. Если вы помните или не знаете, то первый Берсерк у нас содержал в себе просто карты и ничего больше. И все дополнительные какие-то действия приходилось, скажем так, надеяться только на свое воображение, свою фантазию. Ранение или отравление, или, допустим, какие-то положительные моменты, допустим, повышение атаки или отрицательные моменты, те же самые понижения атаки. Все это вы отмечали как могли, кубиками, картоночками, какими-нибудь жетончиками. Здесь же у нас все включено в коробочку, то есть у нас появились жетоны, у нас, то есть жетоны ранений, если ваш герой получает ранение, теперь вы можете класть на него жетоны, и всевозможные дополнительные жетоны проклятий, положительные, отрицательные бафы, отравление и прочее, прочее. Очень хорошо, скажем так, плюс создателям игры. Сами жетончики у нас, давайте попробуем. Ну вот. Вырезаны нормально. Выдавливаются немного с усилием. Выдавливаются немного с усилием. Прорезаны хорошо, однако те места, которые не прорезаны, держатся довольно крепко, но давайте еще парочку попробуем. Не рвутся. И это хорошо. Следующее, на чем стоит заострить внимание, это тренировочная колода. Одинаковые ли в первом стартовом наборе и в новом стартовом наборе. С нее мы и начнем. Вот такой здесь голем. Сейчас я достану тренировочную колоду из прошлого набора. Это золото. Вот такой здесь голем. Это из нового набора. Это из старого набора. Поменялся у нас, во-первых, сам голем другой. Вот таким вот образом у нас выглядят золотые монетки. Во-первых, их что-то побольше мне показалось. А вот монетки из прошлого выпуска. Я бы сказал, что новые монетки намного, намного красивее. Это реальные монетки. И хотя сделаны-то они как будто бы одинаково, но смотрится этот орел намного лучше. 20 монет должно быть. И самое главное, сами карты нейтральные. Это у нас из первого набора и из нового набора. И как мы видим уже изначально, карты у нас новые. Поэтому, покупая
новый стартовый набор, вы не получаете вдобавок еще 20, скажем так, карт. Таких же, которые у вас есть. И это тоже очень хорошо. Пока я наблюдаю одни лишь плюсы. Ну и пробежимся по колоде самого героя. Оранель создает у нас элементаль земли, его сила и его карты. Жаль, не могу передать на камеру запах от новых карт. Мне он всегда нравился. И, собственно, вот у нас сам элементаль земли. С атакой 1, здоровье 3. То есть, применяя силу героя, мы будем создавать один элементаль земли. Вообще элементали — это одна из новых фишек нового издания, скажем так, героев. Помимо карт элементали, давайте я вам покажу. Вот они отображены у нас сзади правил. Появились некоторые новые механики, допустим, авангард. Это в правилах глоссария расшифровка. Инкарнация. И, скажем так, прочее. Незаживающие раны. В общем, сама игра разнообразилась у нас дополнительными механиками. А значит, она и разнообразилась дополнительными вопросами. Например, найм этого существа звучит как выбранное существо возвращается под контроль владельца. Можно посидеть и долго ломать голову, кто, куда и зачем возвращается. Ну и напоследок давайте откроем приятный бонус каждого стартового набора. Это бустер. Одного зачем-то перевернули. По-прежнему сложно отличать редкость карт. Не очень выразительны вот эти значки у нас в углу. Но, наверное, вот эта карта у нас очень редкая. Давайте посмотрим. Редкая, ультраредкая, золотая. Редкая. Где-то, может быть, есть, где-то нет. Сразу и не найдешь. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео будет вам полезно, чтобы вы знали содержимое коробки, его отличие от первых стартовых наборов. Если так, то я буду только рад. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо!